Друзья, привет всем! Вы смотрите продолжение видеоурока Storm Text Tutorial. И в этой части мы займемся композитингом в программе Adobe After Effects. Мы добавим фон, мы добавим необходимые эффекты, дым, частицы, шум, свечение. То есть, одним словом, доведем картинку до финального состояния. Итак, друзья, создадим в программе Adobe After Effects новый проект. Перейдем в панель Project, двойной клик, и импортируем сюда тот футаж, который мы получили из программы Cinema 4D. Ставим здесь звездочки, между ними 4 ноля, жмем Enter, и таким образом отсортировываем первые файлы в каждой секвенции, которые мы получили. Жмем галочку Multiple Sequences, жмем Открыть и импортируем все секвенции одновременно в панель Project. Перетаскиваем их на создание новой папки и папочку переименуем C4D, чтобы было понятно, что этот футаж мы получили из трехмерной программы. Хочу заранее вас предупредить, что количество кадров в секунду, то есть частота кадров у импортированных секвенций, всегда настраивается в настройках программы Preferences Import. Вот в этом окне вам нужно указать 25 кадров в секунду в параметре Sequence Footage. Таким образом, вы определяете по умолчанию частоту кадров для импортированных секвенций. И тогда у вас они будут всегда импортироваться 25. По умолчанию я хочу сказать, что в программе стоит 30 кадров в секунду. Про этот параметр никогда нельзя забывать. Далее. Теперь с альтом меняем битность и перетаскиваем секвенцию Storm Text, основную, в которой содержится основное изображение, на иконку создания новой композиции. Создаем из нее новую композицию и к ней импортируем сюда альфа-канал. Этот альфа-канал дублируем, и между этими двумя дублями нужно перетащить backlight, источник нашего дополнительного света. Выделяем backlight, выделяем текст и переменяем к ним один и тот же альфа-канал. У нас получается, соответственно, вот это. Композиция backlight нужно перевести в режим add, наложение. И смотрите, вот каким образом он накладывается. Это можно пока скрыть, чтобы увеличить здесь рабочую область. Дальше. Теперь вот эту вот композицию Storm Text мы перетаскиваем на иконку создания вновь новой композиции. И вот это вот то, что у нас получилось, нужно переименовать. Дадим название Main. Базовая, основная композиция, в которой мы будем производить большую часть работы. Теперь нужно перетащить Text Motion сюда и отключить из видимости. Это информация о ускорении, которое будет применяться для плагина RSMB Pro Real Smart Motion Blur. Применяем его к вот этому слою. Вот здесь его, соответственно, нужно отменить. И здесь указываем в параметре Alt Motion Source Storm Text Motion. И таким образом мы применяем эффект Motion Blur к нашей вот этой вот прекомпозиции. Ну и, соответственно, интенсивность можно не 0.5, а 0.25, чтобы не так сильно размазывалось. Естественно, все вот эти параметры вы можете выбирать на свой вкус, в зависимости от той ситуации, в которой вы применяете этот эффект. Таким образом, мы применяем эффект Motion Blur. Далее, вот эту вот композицию, вот этот вот слой F4, мы можем отметить здесь, чтобы он скрывался после включения вот этой опции. И, соответственно, не будет мешать нам при работе. Переходим в панель Project. И здесь нам нужно импортировать еще двойной клик. Вот этот вот клип. Этот клип у нас представляет из себя вот такой вот 24-секундный футаж неба. Перетаскиваем мы его, соответственно, под наш текст. Отойдем назад и правой кнопкой мыши Transform Fit to Comp Height. То есть разместить по высоте композиции. И, соответственно, получается вот так. Продолжительность клипа 20 секунд. Он движется достаточно медленно. Можно правой кнопкой мыши добавить здесь колонку Stretch. И вот 100%. И уменьшить здесь продолжительность, скажем так, сжать ее до 33% от реальной. У нас получается клип будет двигаться гораздо быстрее, как будто бы такой таймлапс эффект. Подойдем ближе, вот видите, вот у нас вокруг букв существует вот такая вот черная обводка. Чтобы от нее избавиться, нужно добавить эффект, который называется, отсортируем его, Made Choker. Этот эффект нужно добавить выше Real Smart Motion Blur,
Объясню почему. Если у нас он будет стоять ниже, посмотрите, что происходит с буквами. Поднимем выше, и этот эффект будет применяться раньше размазывания движения. Посмотрим, что у нас с буквами, и настроим эффект. Здесь Geometric Softness 2. Choke здесь 65 или 60. Softness, мягкость 15. Можно попробовать 20. Мягкость вот этих краев. Можно остановиться на вот таких настройках. Смотрите, что у нас, как у нас применяется эффект. Таким вот образом. Он как бы убирает черную ободку по краям, которая может у нас получиться в результате, возможно, как-то неправильно настроенного рендеринга. Теперь можно произвести небольшую цветокоррекцию наших вот этих футажей. Например, для текста можно добавить эффект Curves. Перетащим его ко всем нашим эффектам. Чуть-чуть поярче и контрастнее цвет, чтобы сравнять канал Blue. И вот чуть-чуть ближе к нашему футажу нижнему. Финальная настройка цвета у нас будет изменяться затем с помощью основных цветокорректировочных слоев, но вот такую предварительную цветовую настройку тоже, в принципе, можно сделать. Создадим корректировочный слой новый правой кнопкой мыши Adjustment Layer и назовем его Blink, от английского моргать. У нас этот корректировочный слой будет определять контраст и создавать эффект на фоне. Соответственно, сюда нужно применить эффект Levels, уровни, и уровни нужно слегка чуть-чуть задрать, создать вот такой контраст, чтобы светлые области немножко приподнять выше. И если мы будем поморгаем этим слоем, смотрите, что у нас происходит. Можно чуть-чуть побольше. И эффект Glow. Я обычно использую вместо стандартного Glow. Вы можете взять его. Я использую из собрания плагинов Trapcode. Есть такой плагин, называется Star Glow. Применим его. Он дает более интересное такое свечение. Естественно, плагин нестандартный, его нужно устанавливать дополнительно. Но вместо него вы можете воспользоваться обычным плагином Glow, если у вас такого нет. Здесь в настройках Glow, Star Glow, Opacity, здесь можно выбрать 25. Далее, Color Map A, здесь можно выбрать Electric, ближе к нашему. Ну и, соответственно, вот, допустим, цвета Highlights, Midtones можно заменить на те, которые ближе к нашему. Shadows, например, вот такой слой. Highlights. Вот такой. 35. Смотрите, что у нас получается. Можно выбрать и снова нас добавить Curves уже на чуть-чуть поярче, посветлее. Также можно у текста не канал Blue, канал RGB. Можно продублировать этот эффект, сделать reset и настроить его по новой. Таким образом, правой кнопкой мыши новый Solid и назовем его Particles Smoke. С помощью этого солида мы будем создавать эффект дыма, который движется слева направо. К нему нужно добавить эффект CCP, CC Particle World. И здесь настроим его следующим образом. Отключаем все вот эти вспомогательные элементы. Grid, горизонт, Axis Box. Продюсер. Position по оси X нужно сместить в левую часть экрана. И радиус по оси Y увеличим таким образом. Далее Physics Direction Axis и Gravity 0. Продюсер скроем. Скроем Physics. Переходим в раздел Particle.
И вот в этот момент нужно выбрать здесь Textured Quad Polygon Particle Tip, и в поле текстура нужно указать нашу текстуру частицы. Но для начала нужно ее импортировать, двойной клик, и выберем здесь Smoke JPEG, открыть. Smoke JPEG перетащим на создание новой композиции. Здесь к нему New Solid, создадим белый солид. Окей. И применим к этому белому солиду наш Smoke JPEG в качестве люма маски. Таким образом. Скрываем и перетащим Smoke в нашу основную композицию. И тоже можно его отключить от просмотра. Переходим в Particle Smoke слой. И здесь в разделе Texture укажем наш Smoke в качестве текстуры. Он здесь появляется, соответственно, в частицах. Rotation Axis, Z Axis. Burst Size 3 на 3 попробуем. Size Variation 0. Opacity нужно настроить таким образом, чтобы дым не слишком загораживал, скажем так, то, что находится за ним. Например, 5%. Далее, Opacity Map. Вот этот вот рисунок нужно исправить и закрасить полностью здесь все вот таким вот образом, чтобы прозрачность не изменялась у нас от начала до конца. Кстати, здесь с помощью вот этого инструмента можно в целом регулировать полностью, каким образом будет прозрачность распределяться в зависимости от появления и исчезания частиц. Переходим к следующим настройкам. В принципе, здесь можно все. Осталось, допустим, 1.5 Burst Rate. У нас получаются вот такие частицы. Ctrl-D. Создаем копию этого слова и переименуем его не Smoke, а Stone. Particle Stone. Particles. И здесь выберем Cube. Black Mate. Burst Size 0.5. Maximum Opacity 21. Burst Rate 0.5, чтобы их было меньше. И ускорение Physics Velocity можно выбрать, например, 2. При сочетании с эффектом Motion Blur частица будет пролетать достаточно быстро, и вот эту вот неправильную форму куба не будет видно. Здесь можно исправить на двоечку и Burst Rate 0.3, например. Particle Smoke, соответственно, также будет включаться Motion Blur, но для быстроты обработки композиции мы отключим пока этот эффект. Particle Stone, Ctrl-D. Создаем новую копию, переименуем ее и Particle Stone Small, то есть маленькие камни, и перетащим ниже Storm Text, то есть создадим эффект камней, которые падают за, летят слева направо за текстом. То есть, соответственно, нужно Particle здесь уменьшить размер, допустим, 0.2, ну и Maximum Opacity чуть-чуть побольше. Дальше нужно изменить какие-то параметры, чтобы сбить, чтобы не летели не одинаково, как вот этот вот слой. Burst Rate, допустим, 0.4. Producer Position Radius Y, допустим, чуть-чуть поменьше. Position по оси Y, допустим, чуть-чуть сместить таким же образом. И также у него включается Motion Blur. Прозрачность можно изменить 35. 25. В процессе подгонки всех этих параметров необходимо, конечно же, сделать так, чтобы частиц не было и слишком мало, и слишком много, чтобы они не заслоняли основную надпись и не перетягивали акцент внимания на себя. Соответственно, все эти настройки, они всегда подбиваются на глаз в зависимости от того, как выглядит в настоящий момент сюжет. Оставим пока все в таком виде. Отключим Motion Blur и перейдем далее к основным параметрам. Правая кнопка мыши New
Adjustment Layer. Переименуем его, назовем Main Adjust, то есть основные настройки. Здесь у нас в основных настройках также будет Curves контраст. Уже больший такой контраст. Потом следующий эффект CC Toner. Отключим его и возьмем цвет, например, вот здесь. Чуть-чуть насыщеннее. Он у нас будет полностью перекрашивать всю композицию и будет задавать основную тональность. Цвет этот, средний цвет нужно. И яркость чуть-чуть ниже. Нужно настроить таким образом. И с помощью Blend with Original мы можем здесь изменять прозрачность, скажем так, этого эффекта по отношению к тому цвету, который был ниже этого слоя. Таким образом, поморгаем глазиком, смотрим, что у нас получается. Добавим эффект Sharp Mask. И здесь радиус, допустим, до 10. И Amount 25. Добавим немного резкости. Следующий эффект Add Grain. Добавить немного шума. Здесь режим просмотра Final Output. Интенсивность 0,5. Размер 0,2. Мягкость 3. У нас будет вот такой вот шум легкий, который всегда нужно добавлять, чтобы картинка не выглядела слишком вылизанной, смазанной и гладкая. Включим для просмотра Motion Blur. И давайте попробуем BN произвести небольшой рендеринг того, что у нас получается, чтобы знать, что нам делать дальше. Например, черных частиц крупных слишком много. Particle Stone выбираем и здесь изменим, например, 1,5 этот параметр и прозрачность, например, частиц до 10. То же самое можно сделать с мелкими частицами. Прозрачность до 10 уменьшить. Таким образом. Немножко можно изменить параметры дыма. Прозрачность 4. Слой Blink нужно добавить, сделать так, чтобы он моргал. Клавиша T. Вытаскиваем у него здесь параметр прозрачности. Alt. И добавляем здесь Wiggle Expression. Моргать мы будем 3 раза в секунду. Запятая. Параметр 100. Как будто бы сзади идет гроза и происходит такое вот моргание, подсветка облаков. Теперь нужно параметр прозрачность, который у нас моргает, связать с параметром, который у нас находится в текстовом. В текстовой прекомпозиции у нас должен моргать вот этот вот задний свет, backlight, вместе с ним. Абсолютно так же. Для этого мы вытаскиваем эту прекомпозицию выше и размещаем их таким вот образом. Теперь Backlight, клавиша T, Alt, кликаем на будильничек и вытаскиваем у него параметр Expressions. Теперь нужно его с помощью PickWhip связать с прозрачностью слоя Blink на нашей основной композиции таким вот образом. И теперь они будут моргать совершенно одинаково, вне зависимости, в какой композиции они находятся. Как вы видите, цифры одни и те же у прозрачности этих слоев. Переходим к эффекту покачивания нашего текста. То есть у нас как бы идет шторм и, соответственно, надпись MyQDN, она должна качаться из стороны в сторону слегка. Выделяем слой шторм текст, клавиша P, достаем эффект свойства Position и с альтом включаем режим редактирования выражений и пишем здесь выражение также Wiggle. В скобочках у него здесь у нас будет
например, 2 вигла в секунду, запятая, и где-то, например, 7 пикселей. Чтобы края изображения не выходили в сторону, нужно немножко отмасштабировать до 105%. И у нас теперь, смотрите, текст будет как будто бы находится в таком шумном месте, и, соответственно, гуляет из стороны в сторону. Во время редактирования слой adjustment можно отключить и, соответственно, настраивать все параметры так, как нам необходимо. Выделяем все эффекты, все слои, которые находятся выше и создают у нас эффекты вот этих вот частиц. Выделяем вместе Ctrl-Shift-C и создаем общую прекомпозицию Particles. Далее правой кнопкой мыши New Solid, новый солид, и назовем его Optical Flares и применим к нему эффект от Эндрю Крамера Optical Flares, который вы можете найти у него на сайте Video Copilot Using Optical Flares. Здесь вот такой интересный, красивый плагин, который создает такие блики от оптики. Достаточно распространенный плагин, вряд ли для вас большим сюрпризом будет в этом уроке о нем узнать, соответственно. Далее выделяем этот слой Optical Flares, заходим в настройки Optical Flares, здесь Options, и выбираем из пресетов, например, здесь Pro Presets, можно выбрать какой-нибудь из понравившихся вам пресетов. Например, вот этот Global Color можно изменить на тот синий, который у нас есть в нашей композиции. И, допустим, немножко уменьшить яркость этого свечения, размер центральной части. И вот, скажем, вот такое вот у нас вот такое свечение будет. Жмем ОК. Перетащим его вот сюда. И переведем F4, режим наложения Screen слой. Чтобы не так сильно ярко светил, можно параметр Brightness здесь немножко уменьшить и переместить его ниже слоя Main Adjustment. Соответственно, получается вот таким вот образом. Brightness можно чуть-чуть поярче. И смотрите, что у нас получается. Чтобы свечение нашего плагина Optical Flares соответствовало, соответственно, реагировало на то, как движутся частицы, необходимо здесь в настройках Foreground Layers выбрать здесь Layer 1 и указать здесь тот слой, который мы создали в результате прекомпозиции наших слоев с частицами. И, соответственно, каждый раз, когда будет пролетать сверху дым, эффект Optical Flares будет, соответственно, реагировать, как будто бы он находится за дымом, за теми частицами, которые прилетают сверху у него, и, соответственно, реагировать будет в соответствии с прозрачностью этого слоя. Вот таким образом, друзья, в моей интерпретации, скажем так, можно создать вот такой эффект текста, который находится в таком диком жутком шторме. Надеюсь, вам мой урок понравился. Вы нашли какие-то интересные для себя вещи в этом уроке. Всем спасибо за внимание. До свидания.